Друзья, всем привет! С вами я, Чайковская Екатерина. И я вам расскажу про 7 полезных лайфхаков для Adobe Illustrator. Лайфхак номер 6. Экспорт из вектора в растер. Экспорт является одной из самых популярных функций Adobe Illustrator. Для того, чтобы вашу картинку вы могли показать любому человеку, распечатать ее, отправить ее в интернет, либо сделать с ней какие-либо другие действия, как правило, вам требуется экспорт. Для этого вам нужно нажать на кнопочку «Файл» и «Экспорт». Здесь вы можете выбрать функцию. Обычно можно сделать «Экспортировать как». И здесь вы увидите, можно выбрать формат, будет это PNG или JPEG. Два самых популярных формата, для печати вам подойдет TIFF. Вы можете экспортировать те объекты, которые есть, либо поставить галочку на «Использовать монтажные области» и выбрать диапазон тех монтажных областей, которые вы хотите экспортировать. Нажимаете «Экспорт», и после этого программа вам предлагает качество изображения. Вы выбираете необходимый DPI. Чем выше DPI, тем тяжелее файл, но тем лучше качество. Выбираете фон. PNG поддерживает функцию прозрачности и нажимаете «Ок».